Всем хей, всем привет, с вами Холдым, и да, я опять же вернулся, извините, что пропал и выход видео, а завтра опять остановился, я уезжал, а теперь я вернулся, и теперь я могу спокойненько заснять новый видеоролик. Я нашел небольшую серию игр, она включает две интерактивных квеста, они крайне атмосферные, так как я немного поиграл в туман именно и знаю более-менее механику, но эта игра реально хороша. Она прям заслуживает того, чтобы оказаться на нашем канале. Вот. Да, извиняюсь, что выходят обычно что-то мобильные игры. Я за это реально извиняюсь. Но просто у меня сейчас нет возможности нормально снимать видео на компьютере. Из-за этого нужно хоть чем-то канал заполнять. Но не бойтесь. Как только я постараюсь, серьезно постараюсь именно. Если надо, сделаю выпуск несколько серий по, например, «Убей или люби», которую мы тоже проходим. Чтобы поскорее ее закончить и наконец-то добавить на наш канал кое-какую игру очень интересную, где будет куча вещей, мы будем бегать и всякое такое, будет более активно, чем сейчас. Ну что ж, думаю, давайте вперед. Мне будет приятно сейчас именно узнать все-таки, что же это за вселенная такая. Оценки у нее довольно хорошие. У нее практически максимальные оценки, довольно хорошие, и отзывы тоже. Вступление. Город. Похоже, как будто на какой-то, не знаю, постапокалипсис. Какой-то постапокалипсис. А, да, еще забыл. Как я понял, тут есть именно репутация. Каждое твое действие будет влиять на твою репутацию. Ты можешь быть злодеем, можешь быть хорошим. Я, конечно, буду играть за хорошенького, добренького добрячка, потому что все-таки я по натуре такой, и злодея как-то отыгрывать мне не хочется. Вы сами можете там потом сказать. Игра довольно длинная, мы можем легко скатиться потом до злодея. Очень даже легко, как я понял. Ладно, давайте пошли. Погнали. Желаю приятного просмотра всем. Снег жалобно скрипит под подошвами сапог. Поблескивает изумрудным корышевом. Небо приобрело немертвенно-синеющий цвет. Немертвенно-синюшный цвет. Еще предупреждаю, тут довольно много ошибок из-за этого. Извините, если я могу их не замечать, так как тут довольно много таких слов не очень хороших. Точнее, ну, труднопроизносимых для меня. Воздух звенит от мороза. Вокруг, куда ни посмотри, простирается безжизненная белая пустыня. Лишь вдали она бугрится холмами. На их склонах искореженные стволы мертвых деревьев, чьи ветви похожи на руки мучеников. Что будем делать? Дыханием отогреть руки. Я снимаю перчатки, дышу на закоченевшие пальцы, чтобы их согреть. Помогает слабо. Затем надеваю перчатки обратно и иду по протоптанной дороге. На моем пути ни разу никто еще не попадался, и иногда кажется, будто больше и нет никого на свете. Лишь белая пустыня, черное небо и я. Рано или поздно, без воды и еды, мои силы иссякнут, и явится смерть. К тому же все чаще налетает ледяной ветер, от которого едва защищает плащ, несколько свитеров и плотные штаны. Холод медленно подбирается ко мне, покусывает пальцы на ногах и руках. Я мертвец. Смутное чувство беспокойства преследует меня, не дает расслабиться ни на мгновение. А иногда паника накатывает с такой силой, что легкие обжигают огнем, а горло сдавливает. Сердце начинает бешено колотиться, отдаваясь ударами в висках и в конечностях, и в кончиках пальцев. Извиняюсь. Я бегу на негнувшихся от страха деревянных ногах в надежде скрыться от самого себя, но у меня нет выхода. Конечно же, потом паника постепенно затихает. А вот беспокойства нет. Когда вдали в ночной темноте угадываются очертания города, я вскрикиваю от радости. Заставляю себя ускорить шаг.
Где-то глубоко внутри меня подленький голосок начинает шептать, что на самом деле впереди ничего нет. Что это морок, иллюзия, что от холода брежу. Но чем я ближе, тем отчетливее проступают сторожевые башни, высокая стена, а за ним силуэты домов. Кто-то спросить себя, кто вы, задуматься, откуда вы пришли. Давай вспомнить, были ли здесь раньше. Пытаюсь вспомнить, был ли здесь раньше. Но моя память точно решето. Ничего выцепить. Ничего не выцепить дельного. Осколки прошлого воедино не собрать. Так не знающий фрагменты. Кто я? Откуда иду и куда? Как долго я вообще уже в пути? У меня нет сумки, нет запасов еды и воды, да и одежды для здешних холодов. Что-то произошло. Напали бандиты? От бесконечных вопросов сверлит в висках. Во-первых, сейчас я думаю, нет, лучше не делать этого. Разобраться позже. Разберусь позже. Боковым зрением, потому что сейчас мы, блин, идем больше. Мы уже практически у ворот города. Нам сначала надо найти себе, не знаю, войти в этот город, найти хотя бы укромный уголок, где можно хотя бы чуть-чуть согреться, а потом уже на более-менее отдохнувший и согревшись подумать о том, кто мы. А не на холоде стоять и пытаться что-то раздумать. Боковым зрением замечаю темный силуэт на поле по левую сторону от меня. Приглядевшись, вижу доходягу со спутанной бородой. По колено, утопая в снегу, он быстро удаляется в стены города, стонет, петляет, звизгами, но не выходит на широкую протоптанную дорогу, по которой иду я. Я хотел было поднять руки и поприветствовать его, когда понимаю, что что-то здесь не так. Доходяга полуголый. Из одежды на нем только порванные в лохмотье штаны. Посиневший от холода, грязный. Он то теряет равновесие и падает в сугробы, то, пошатываясь и озираясь назад, движется вперед. Из тени стены возникают широкоплечий незнакомец. Надеюсь, меня не покалечат. Суровый мужик. Его необычно длинный плащ, подбитый мехом, стелится за ним. Накинутый на голову широкий капюшон скрывает лицо в чернильном мраке. Незнакомец, не торопясь, останавливается, неспешно отцепляет с пояса миниатюрный смотритель. Тьфу, миниатюрный самострел. Тьфу ты, блин, смотритель, блин. Самострел. В ночи блестит острие взведенного арбалетного болта. До ушей доносится резкий свист. Доходяга вздрагивает и валится в сугроб, точно подкошенный. Страшный крик проносится по ледяной пустыне, эхом удаляясь к холмам и мертвому лесу.
Нервно сглатываю. Между тем незнакомец в плаще подходит к своей жертве и наблюдает за ее страданиями. Мое сердце успевает ударить не меньше 20 раз, прежде чем он хватается за торчащий из-за спины костяной завес меча и вынимает его. Снег вокруг доходяги окрашивается в темно-алый. Содрогнувшись от отвращения, я ускоряю шаг и направляюсь к воротам города. Стальные стены нависают надо мной, подавляют своими размерами. Теперь отчетливо видно, что не иллюзорные. Отчетливо видно, они не иллюзорные. Тут и там торчат ржавые подтеки на обшитых листах на обшитых листках вмятины, точно от ударов молотом. Ну а по обе стороны от ворот торчат две массивные сторожевые башни. В их стенах горит... В их окнах горит, подрагивая, грязно-желтый свет. Интересно, меня истыкают стрелами, арбалетными болтами или просто закидают камнями? Успокоиться, разумеется. Так, надо дышать глубоко. Вдох, выдох, вдох. Я все время оглядываюсь, но не из-за незнакомца в плаще. Не могу отделаться от ощущения, что за мной кто-то следит. Кто-то там, вдали, за холмами, огромный, бесформенный, чужой. Ждет, пока я сделаю первый шаг. Ладно, прочь дурные мысли. Мне нужно войти в город. Вы успешно прошли вступительный квест. Ну, конечно, можно тут закончить, но это слишком мало. Давайте хотя бы 25 минут пройдем. Ворота города. Мне нужно любой ценой войти в город, иначе умру на холоде. Да и чутье подсказывает, ответы там, за воротами. Тяжело скрипя и звеня цепями, ворота поднимаются. С толстенных кованых решеток сыпется снег, оголяя застарелую ржавчину. Ну реально какой-то зимний постапокалипсис, как будто в Фростпанк попал, только тут нету генераторов. От шума оживившихся механизмов неприятно болит в ушах. Вздохнув, облачко пара. Выдохнув облачко пара, я направляюсь вперед в город. Не успеваю сделать и трех шагов, как путь переграждают двое амбалов, видимо, стражники. Так, ну, молчать тут точно не выход, а то нас побьют, мне кажется. Я хочу войти. Несколько бесконечно долгих мгновений жду, но ничего не происходит. Из-за толстенных плащей незнакомцы выглядят крупнее, чем есть на деле. Из-за толстенных плащей незнакомцы выглядят крупнее, чем есть на деле. Лицо уродуют сложные ветвистые татуировки. На поясах висят черепа, белые, с трещинами на поверхности. А я нервно сглатываю и стараюсь не показывать своего страха. Амбалы выше меня, на две головы. Говорю, я пришел с миром. Один из амбалов растягивает губы в хищной улыбке. Мой взгляд цепляется на ФС, торчащий из-за спины великана. Рукоять простая, обтянутая кожей. Ее набалдашник украшен стеклянным шаром. Клинок, спрятанный в ножнах, столь длинный, что им можно перерубить сразу пятерых. Лицо второго, изуродованного шрамом, испытующе глядя на меня, он говорит: «Приветствую тебя, торговец. Рады видеть в нашем городе. Чтобы войти, ты должен заплатить».
Я запускаю руки в карман плаща. Пальцы касаются чего-то холодного и острого. Подумать, что это может быть. Ощупываю странный предмет. Что это? Можно ли этим заплатить вход в город? Достаю из кармана загадочную вещь. Маленькая стальная пластинка. Откуда она у меня? Подумать не успеваю. Амбал хватает за... Амбал хватает из моей раскрытой ладони пластинку. «Этого недостаточно», — говорит... Тьфу. «Этого недостаточно», — говорит стражник. «Любой торговец, приходящий в город, должен заплатить за вход». Говорю. «Я вообще не торговец». «Никто, кроме торговцев, не посещает этот город», — отвечает стражник. «А значит, плати». Я осматриваю другие карманы, но ничего не нахожу. Дело в швах. Накатывает приступ паники. Что делать? Не обязательно нужно войти в город. Это все, что у меня есть, говорю я. Сегодня обещают холодную ночь, хохочет стражник. Жаль, но тебе придется торчать за стеной. Попросите осмотреть вас. О, вот хорошая репутация. Надо, получается, быть максимально, пытаться как-то дипломатично действовать. Да и, во-вторых, попытаться ударить — это глупо. Он, блин, вооружен, но на две головы выше нас у него меч, который может перерубить пятерых, ага. Он же может легко нас застрелить, мы бродяга. Они уже застреляли одного еле живого. А нас-то чё? Мы как будто, блин, если бы мы были торговцем, то ладно. У нас бы были деньги, он бы не подумал бы все-таки убивать торговца, который может что-то там городу принести благо. А мы, блин, доходяга. «Осмотрите меня», — говорю я, — «я не торговец». Удивительно, но ко мне подходит стражник, принимается шарить по моим карманам. «Действительно ничего нет», — задумчиво бормочет он. «Да пусть проходит», — бросает второй, — «он все равно заплатил за вход». «Раз ничего с него взять, так зачем он нам нужен?» С этими словами он протягивает мне прямоугольник-пластинка. Прямоугольную пластинку, блин. Самый обыкновенный. А, получил. Вы получили предмет пластинка. Пожав плечами, я прохожу ворота и оказываюсь в городе. Назарет встречает меня могильной тишиной. Ни гомона торговцев, ни шума толпы, ни скрипов повозок. Даже псы и те попрятались, не высовывают морды. Дома прижимаются близко к дороге, будто боятся стоять далеко от нее. В пустых глазницах окон нет света. Я озираюсь по сторонам. Не могу отделаться от навязчивого ощущения, словно и не живет никто в Назарете. Это город-призрак. Город, чьи жители давно мертвы. Ну ты-то сам тоже мертвец, дружище. Сам же ты это говорил. Весь мир, получается, этот уже давно является миром-могильником. Город, который заманивает к себе шутников, обещает кровь, еду и тепло, а потом высасывает душу, всю без остатка. Посильнее закутаться в плащ. От резкого холодного порыва ветра я сильнее кутаюсь в плащ, заставляя себя ускорить шаг. Из мрака узкой подворотни вылазит старик, тянет ко мне грязную худую ладонь. Подойди. Тьфу, не подойди, блин. Подайте милостыню, добрый господин. Уж забыл я, когда в последний раз ел. Хоть грошек бросьте, всяк сгодится. На него куплю половину черствой корюхи хлеба у горбатой. Он улыбается мне, обнажая черные пеньки зубов, и чуть склоняет голову в приветствии.
Внимание привлекает застарелая грудь на лице. Тьфу. Привлекает застарелая грязь на лице. Однако его седая борода густая и ухоженная, волнами не спадает до пояса. Длинные усы и брови заправленные за уши. Во взмахченные космы вплетены шелковые ленты и черепа птиц. Одет старик в бесчисленные лохмотья, выцветшие за давностью лет. Плащи, рубашки, свитера, штаны. Зато на ногах новые кожаные сапоги до колен, касающиеся неуместными, словно снятые с кого-то, с мертвеца. С кого еще? Или украденными? Сказать, что денег нет. Обходя Серобородова по широкой дуге, бросаю. Тьфу. Сейчас. У меня ничего нет, оборванец. Эй, добрый господин, постойте. Жальтесь надо мной. Прошу вас, заклинаю, умоляю богами Тьфу. Секунду. Все, теперь тишина, наконец-то можно нормально продолжить. Прошу вас, заклинаю, умоляю богами боли. Неужели ваше сердце так же холодно и мертво, как у пастыря из мяса? Я ускоряю шаг, вот только не хватало мне встреч с безумцами. Сделайте доброе дело в самом начале вашего пути, продолжает старик. Потом ведь пожалеете. Назарет полон сумасшедшими убийцами, вампирами в человеческом обличии и теми, кто обожает причинять боль. Здесь мальчишки играют отрубленными головами путников. Здесь лечатся горячей кровью мучеников. Здесь уличный проповедник хранит у себя оружие, способное уничтожить весь город. А на шесте он носит отрубленные головы демонов. Многие многие встретятся на вашем пути. Многие встретятся на вашем пути. Он на мгновение умолкает, давая мне время переварить услышанное. Настоящий хоровод безумцев. Некоторые как появятся в вашей жизни, так и исчезнут, но будут и те, кто повлияют на судьбу. Дадут ответы на самые важные вопросы. Я останавливаюсь и резко оборачиваюсь. «Что ты сказал?» Старик делает шаг назад и исчезает во тьме подворотни. «Назарет станет пропуском в настоящую жизнь, господин!» Слабее точно издалека доносится его голос. «Отнеситесь к этому ответственно! Хорошего вам отдыха!» «Кто ты такой?» Я возвращаюсь к тому месту, где только что был попрошайка. «Никого!» Словно почудилось мне. Хотя... В воздухе тянет гнилью и давным-давно нестиранными вещами. Показалось, или старик действительно что-то знал обо мне? Догнать его? Нет, лезть в темную подворотню – настоящее безумие. Это наверняка ловушка. Наверное, я все придумал. Или неправильно понял слова попрошайки. Лучше убраться отсюда как можно быстрее, по добру, под здорову. Вы успешно прошли квест «Ворота в город». Ну а в следующей уже части мы продолжим. И будет уже у нас дом знахаря.
следующей серии продолжим, как раз таки так неплохо. Ну, в серии уложились. Ну, скажите, как вам эта игра тянет на атмосферу, именно хотите вы ее видеть? Там, покажите лайками именно, пролайкайте именно, пишите комментарии, покажите мне, если вам нравится эта игра, то, возможно, мы пройдем и первую, и вторую часть, которая у меня есть. Ну, а если вам не понравится, то поищу другие игры, которые могут именно подойти на телефон интересные, чтобы как-то заполнить наш канал. Пишите комментарии больше, чем из 5 слов, чтобы помочь ролику в продвижении. Заглядывайте в описание, там будет ссылочка на мой дискорд-сервер и на дискорд-сервер по Доки-Доки. Там делитесь мнением, если хотите, о видео в комментариях, или предлагайте свои игры на телефоне, буду рад в них поиграть. Угу. И не забывайте жать на кнопочку подписаться. Так вы будете всегда в курсе о новых видеороликах. И также поможете ролику в продвижении. И поможете нашей маленькой семье стать чуть больше. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся!